Вот такие интересные рыбы в научно-природоведческом музее. Вот как раз похоже, вот папа и мама пасут своих детей. Их тут довольно много, наверное, десятка два. Может, они их поедают? Мы так не... Но вот других не пускают к своему маленькому сообществу. Они так других гоняют. А те пасутся, как комарики. Веселые комарики пасутся около своих родителей. А там еще вон смотри, какая он плавает. Вот там сомик рядышком. Сомик, сусик. Думаю, что их хотел бы съесть. Сусик. Да, то и большой сомик там на дне. А это вот такие. А он сверху идет, видишь, смотри. Да, 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 там есть большущий сом. Сейчас, ну он так прячется. Вон там такой пятнистый. Когда рыбы большие, им требуется большой аквариум. В засаде. В засаде там притаился. А этих все равно пасут рядом с собой. Но к другим тоже не пускают, которые так похожи на воинственно настроены, не против подпитаться парочкой маленьких мальков сладеньких. Но думаю, что не все сохранятся. Потому что тут папа с мамой за ними не углядят за всеми. Но они все равно очень веселенькие. Вот. Думаю, что тут десятка три их, наверное. Может быть, даже больше появилось. Ну, посмотрим, помониторим. Тут, видите, когда живут гупята, то гупешек обычно большие. Водоросли, когда растут, то они между водорослями прячутся. А их все остальные рыбы поедают. А тут водорослей нет. Он есть там немножко. А, шансов, может быть, у них малова. Вот они тут. О, немножко дерутся там с соседями за территорию. У них тут свое сообщество. Так, отвоевали себе треть аквариума и никого не пускают к себе. Так что приходите. О, о, что там? Нет, это он там какой-то... Нет, это он там выплюнул снова маленького своего детеныша. Он так взял и его выпустил. Это он не сожрал. Вон тут перебирает, стоит камушки. Ищет камушку в чем-то. Нет, нет, если бы он хотел, он, конечно, бы их всех скошил. Это он их охраняет. А вот второй тоже немножко территорию охраняет. Они тут в уголочек забились. В уголочек забились и гоняют других. Так настроены на своей территории. Если хотите увидеть, приходите на Богдана Хмельницкого, 15, научно-природоведческий музей Национальной академии наук Украины. Пока-пока. Сегодня было 25 октября 2018 года. С вами вот такие интересные тиляпии. И их маленькие мальки. Пока-пока.